Приветствую вас, дамы и господа. Мы подготавливали для вас уже два видеоролика на тему тех активов, которые мы покупаем к себе на долгосрок, которые нас интересуют. А также сегодня я хотел бы разобрать еще один инструмент, который мы также купили к себе в портфель на долгосрок. И речь пойдет про такой инструмент, как IDEX. И давайте посмотрим вообще, что это такое и с чем его едят. Итак, на CoinMarketCap IDEX выглядит вот так. Находится он, по-моему, на 400 месте. Собственно, вы сами сможете ознакомиться со всеми его параметрами и так далее, и так далее. У него есть главный сайт, который называется idex.io. Это по факту является DEX-биржей. И если говорить, что к чему, то токен IDEX это является внутренним токеном данной биржи. То есть мы покупаем данный токен с надеждой на то, что данная биржа вырастет, когда будет так называемый bull run, и на хайпе, собственно, этот токен улетит вверх, как это уже было с токенами по бирже Binance, так и Bybit и так далее, и так далее. Собственно, если побаловаться также с прогнозами, то можно посмотреть, что на predictions.net, это вот такой сайт, который я тоже оставлю внизу в описании, тоже пророчат данному токену, в принципе, хорошее будущее. У них есть до 2032 года аналитика. Да, повторюсь, я на это никак не смотрю с точки зрения каких-то фундаментальных знаний, так лишь просто поглядываю, сходится ли мое видение с их видением по токенам. Ну и, собственно, если мы перейдем на график, то перед вами график данного инструмента. Давайте берем объем, вот он. Перед вами недельный график, и мы видим, насколько мы находимся в накоплении. То есть мы уже с мая 2022 года более года находимся в накоплении. Конечно, огромные капиталы накапливаются в данном диапазоне. Может ли цена сходить ниже? Да, конечно, может. Может ли она улететь вверх? Да, кому? Конечно, может. Поэтому, собственно, и точка входа, она просто немного так в космосе, и цена, если пойдет ниже, ничего страшного. Ну и, собственно, вот почему я обращал внимание на данный инструмент, потому что по нему проходили активно. Здесь на миллион купили, на 1,5 миллиона купили. Видим, что с биржи, то есть был выведен актив, то есть кто-то купил на бирже и перевел себе на кошелек. Здесь на 1,7 миллиона была транзакция уже на биржу. И, соответственно, до этого тоже переводили 177 тысяч, 73 тысячи, 74 тысячи и также здесь, по-моему, 165 тысяч. То есть появляется активность, я за ним слежу. Мне кажется, что данный актив действительно имеет вес. И, собственно, именно поэтому мы его купили к себе на долгосрок. Ну и планируем, если смотреть по диапазону, что как минимум цена, когда улетит вверх, мы долетим либо до этой границы, это 504%, либо куда-то сюда, это уже около 700%. Вот такие вот амбициозные планы по данному инструменту мы ставим.